Масло, 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 нехуевое масло. Масло олейна, масло оливье. Здравствуйте. Добрый вечер, доброй ночи, девочки. Можно пиццу заказать? Одну минуту. Не понял. Ребят, я не чавкаю, там у меня микрофон Свен за 40 гривен такой чувствительный, я извиняюсь. Наушники ебаные. Да, я. Спасибо за ожидание, номер вашего телефона. Да. Плюс... Номер вашего телефона, да. Моего телефона? Для оформления вашего, да. А, я извиняюсь. Сейчас, одну секундочку. Так, сейчас я посмотрю. О. Ага. Так. Алло. Я вас слушаю. Так, значит, записывайте, пожалуйста, мой номерочек. Пишите, да? Да-да. Да, я. Так, значит, плюс 7. Дальше. 893. 893? Да, я. А что это за номер телефона у вас? Белины. Мегафон Белины. Белины. Что еще раз? Белины. Я не понимаю. Что еще раз? Номер телефона ваш. Ну, мой мобильный Белины. Кевин. Что Белины? Я не знаю, что это такое. Мобильный оператор Белины. Белины? Я первый раз слышу такой. В смысле? Оператор. Ну, мобильный... Первый раз слышу такого. Билайн есть, МТС. Ну, Белин вот этот. Билайн? Ну да, тут как, я не знаю, просто человек пожилой, могу неправильно произносить. Номер телефона, диктуйте, пожалуйста. Ну вот, мой номер телефона, Белина. Плюс 7-893. Ну такого нету номера телефона. 893. Я извиняюсь. Как это нету? Ну у меня такое. Где вы находитесь? В каком городе? А? В каком городе вы находитесь? Как, в Москве? Ну нету такого номера телефона. 903, может быть, у вас? Начинаем. Плюс 7-893 у меня. 8-903? Да, да. Не 8-93. Значит, у вас плюс 7-903, да? 903. Значит, плюс 7-893. Ноля нема. Нету такого номера телефона. 903, 925, 903, 8, плюс 7, он 903, да? Да. 903, дальше? 14. Две восьмерки. Две восьмерки? Да. Дальше. Две двоечки и восьмерочка. Две двойки и восьмерка. Да, да. Как вас зовут? Жмышенко Валерий Альбертович, Жмых Мопс. Валерий вас зовут? Да, да, да. Валерка. Дополнительный номер телефона будете указывать, или этот будет контактный номер? Ну, вот этот контакт. 903-148-82-28. Да, 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 да. Адрес доставки. Московский проспект, дом 29, квартира 37А. Какой проспект? Московский. Метро какой ближайший? Пушкино. Вы в городе Пушкино находитесь? Что, я извиняюсь? Вы в городе Пушкино находитесь? Да, да, я. Мы не доставляем туда. Метро Пушкино, Москва.
Пушкинское метро. Да, 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 я. Метро Пушкинское. Улица еще раз. Московская? Московский проспект. Нет такого проспекта. А? Нет такого проспекта в Москве. Я извиняюсь, вы где смотрите? В Гугле, наверное. Девушка, я извиняюсь, мне нужно две больших пиццы, потая. Я... Московского проспекта на Пушкинской нету. Я извиняюсь, девушка, то я сопло приоткрыл. Как нету? Ну, вот в центре Москвы посмотрите внимательно. Ну, улица какая у вас? Где вы находитесь? Метро Пушкинская, большая улица, какая у вас? Ну, кто я, господи боже мой, ну Московский проспект, а. Ну нету метро. На Пушкинской Московского проспекта. Я извиняюсь, девушка. Вы в Санкт-Петербурге, может быть, находитесь? Я извиняюсь. И каков Санкт-Петербург? Москва, Россия, ну, нету Московского проспекта в Москве. Ну, возле Макдональдса. На метро Пушкинской. Возле Макдональдса. Там нету такого проспекта. Там другая совсем улица находится, возле Макдональдса на Пушкинской. Ну вот я возле Макдональдса живу, я извиняюсь. Ну адрес какой у вас? Ой, господи, блин, вы такие вопросы провокационные задаете. Вы хотите сделать заказ, а вы не знаете, где проживаете. Я знаю, просто как бы я... Человек пожилой, вы как будто вопрос с подвохом хотите, прикалываетесь, наверное. Нет, я не прикалываюсь. Московского проспекта именно на Пушкинской такого нету. Метро Пушкинское. Нету Московского проспекта. Московский проспект находится в Измайлово. Либо в Красногорске. Но не на Пушкинской. Ну вот этот... Значит, у меня этот... На вот этот, где Макдональдс возле... Мне это ничего не говорит, мне нужна улица и дом. Октябрьское поле, где там, Полежаевское, вот тут между ними. Так у вас Пушкинское или Октябрьское поле? Ну, метро Пушкинское, Баррикадное там. Улица какая у вас? Да, именно там. Я вас спрашиваю, улица какая у вас? Можете уточнить улицу и перезвонить нам? Улица 1905 года. На Пушкинской находится? Да, не я... Может быть такого. Извиняюсь. Тверская. Тверская? Да. Дом 12, квартира 7. На минуту. Так, город Москва, метро Пушкинская, да, улица да. Тверская, дом... Дом 12, квартира 7, я извиняюсь. Квартира 7, подъезд. Подъезд? Блин, я пришел к жене. Сейчас у жены спрошу, можно секундочку? Да, конечно. Одну секунду, я извиняюсь. Алло. Я вас слышу. Второй подъезд у меня, Юба. Второй подъезд. Да, я. Алло. Да, я. Подъезд второй? Да. Этаж. Третий, да? Да, я. Код домофона.
две двойки, восьмерочка. Две двойки и восьмерка? Да, да. Проверяйте. Город Москва, метро Пушкинская, улица Тверская, дом 12, без корпуса, без строений, квартира 7, подъезд 2, этаж 3, домофон 228. Да, да. Ваш заказ. Заказ, значит, большая пицца по-королевски, с приправами. Такой пиццы нету. Ну, большая, как она называется, блядь, с творожком, со всем этим, блядь, с мяса там, ассорти этот, блядь, чтоб там, блядь, было мясо такое козлиное, гусиное. Ну, такая здоровая, я вас покупал как-то, с братанами бухали. Это ассорти? Да, да. Мясо. Большое вам? Да, да. Мясо. Куриное, тонкое тесто. Ну, такое, как мы, ну, толстое, толстое. Что еще? Я извиняюсь, добавки туда дополнительные, просыпки какие-нибудь на пиццу туда просыпьте. 228 граммов примерно. Фекалины и 100 грамм урича. Такого нету у нас. Ну, дуалы присыпьте туда, дуал-даггеры. Ой, дуалы обычные. Чего вам добавить туда? Девушка, ну, возьмите туда, не знаю, набафайте этого берса и Вику. У нас нету перца, есть перец хлопенья. Ну, вот это хлопень, вот это... Чтоб было как бы свиток туда, добавьте соски, агрейда. Вы будете оформлять заказ? Да, да, да. А можно мне две пиццы надо, одну такую, еще одну пиццу большую, комбо-сет, XXL. Там две маленькие пиццы. Мне нужна большая комбо, XZX. Нету такого у нас. Есть комбо-мульти, состоящий из двух маленьких пицц с этим изуми, это роллы. Ну, я покупал вашу пиццу, комбо-сет активированную, с прибавками гладгода и присыпки этого гладиатора сенсея. Вы будете оформлять заказ? Жижа такая, жидкая, похожа на анальную воду. Я вас заказывал анальную воду. Вы будете оформлять заказ? Ну, я что делаю с вами? Так вот, вы не оформляете заказ. А что я делаю? Здравствуйте. То, что вы говорите, у нас нету. Ну как нету? Я заказывал, уже жрал. Я не знаю, где вы заказывали. У вас тут пицца морится, как говорится. Это ассорти у нас, да, есть. Да, да. А то, что вы что-то добавляете туда, у нас таких ингредиентов нету. Да мне надо туда... творожок, чтобы был этот белый. Я вам объясняю, таких ингредиентов нету. Ну да, вот этот взять туда, просто... Я вам объясняю, таких ингредиентов нету. Я знаю, просто у вас они большие. Ну вы знаете, а что вы просите? Ну я про вас, я понимаю, что есть, просто вы мне сделайте туда и пиван деполу, можно заказать чили. Я вам объясняю, таких ингредиентов нету. Ну пивасик. Пивасик, есть пивандос? Нету. А пивандепало? Ну пивандепало, чтобы хряснуть вместе с пиццерикой. Я вам объясняю, нет у нас пива. Чё, ёптус? Ёптус, мотылёптус, ёптая мама. Ну пивандес есть? Вы будете есть? Оформлять заказ? Конечно, буду, базара нет. Я да. Не вашего заказа вообще не понимаю. Значит, 1542 на пушном тесте, что еще? А пивалда, будет пивалда. Я вам объясняю, пива нет у нас. А что есть алкогольное, чтобы хряться? Ничего. Только пивандепало. Ни пива, ничего нет. А таксист сможет пивандепало по дороге купить пиво? Нет, у нас курьеры никуда не заезжают. А сигарет? Таких нет. Казак. То же самое, услуг таких мы не делаем. Я хорошо, тогда записывайте. Большая пицца, ассорти этот комбо. Комбо-сет с анальной водой. Такого у нас нету. Как нету? Объясняю, комбо-мульти у нас нету. Комбо-сет полностью. Комбо-сета? Да, да, я. Два,
две маленькие пиццы, там мясное ассорти плюс домашние, и с этой зоны. Да, черебиры с этим, с анальной жижей. Жижу туда застругайте, желтую. Я вам объясняю, нет таких ингредиентов у нас. Ну, не знаю, кобру туда выдавите немного, кто-нибудь из вас. Вы не будете оформлять заказ. Кто я не буду? Что, блин, за что? Что насыпается? Нету-то, нет, как нету, блядь, я пиво трепал, а пивал да и нет. Что, пивал да нету, ты что?